Даняша, кто-то двигается. Какие-то червячки. А вы знаете, это очень сильно влияет на здоровье. А все астматические заболевания, все, что связано с дыхательными путями, сердечные, астматические, кожные дерматиты. Вот мы сейчас в капец переехали, да, там просто кухня побольше. Это так приятно, когда ты сидишь, а там стол стоит, все могут сесть вокруг стола. Это так здорово, когда у семьи есть свой дом, когда дети сидят за столом. Что не каждый с тарелками где-то ходит, понимаете? Это очень важно. А до этого приезжали, пишет в акте темные пятна по стенам. Я говорю, вы что пишете-то? Пишите нормально, что это плесень. Она говорит, я не могу это утверждать, я не санэпидстанция. Я говорю, ну тогда вы санэпидстанцию вызовите. Ты стараешься с этим справляться. Ты не стараешься на этом зацикливаться. Ты стараешься выжить.